Шикарный вид, да? Ладно, всем привет. Меня зовут Денис Радьков. Немножко о магии хочу рассказать. Ладно, шучу. Не верьте в магию. Магии не бывает. Немножко хочу вам рассказать о эзотерике. Для чего вообще эзотерика? Для чего нумерология, для чего матрица? Это даже, можно сказать, какая-то часть психологии, но основана на науке. Да, то есть не просто, как вот психологи говорят, вот, ну, если у кого-то что-то плохо, там, иди на работу, иди то, иди, вот куда иди, да, какую работу? Вот они же не знают, да, а с помощью эзотерики можно высчитать, в какую сторону идти, предположить, какие те таланты, куда идти на работу и так далее. Вот. Этот метод основан на 22 старших арканах. Это можно сказать, что какой-то некий код человека. То есть вот моя матрица, например, вот она. Да? Вот это вот главный код личности, вот эти вот циферки, да? Вот это ЧЖП в классике, классической нумерологии, цифра. Ну, в общем, так, вот это вот программа, вот по три, да? Грубо говоря, вот, если центр не брать, сколько здесь? Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 24, 36 вот этих вот цифр. Это расшифровка самой личности, плюс вот, грубо говоря, что можно с помощью матрицы сделать? Смотрите. Вот это вот карма. Вот эти точки отвечают за карму. Вот это главная точка. Вот эти точки отвечают за денежную карму. Вот это тоже самая главная точка, это крючок. То есть, если не отцепить этот крючок, то как бы денег не будет. Вот. Эти точки отвечают за, ну, за деньги, да. Вход денег, максимализация, стабилизация, там, это вот за отношения отвечают точки. Это за отношения в семье. То есть как ты вот себя ведешь, как с тобой ведут. Эти точки отвечают, это я придумал вот за статус. Эта точка за таланты дополнительно к этим. Эти за романтику отвечают, мужские, женские. Ну, я насчитал вот 36 точек. Если добавить вот предназначение, три точки, и вот небо, земля, мужская, женская, вот общее и это. 46 точек получается. Сколько вы найдете в интернете точек? Во-первых, в интернете расшифровок нету. А во-вторых, ну, там есть какие-то там, допустим, что там есть? Ну, там есть какие-то, не то что описания, там какие-то более с головы, что ли, выдуманные какие-то значения, что-то. Ну, в интернете, грубо говоря, ничего особо нету. Я как брал? Я брал все 22 аркана, изучал и по ним уже писал. То есть каждая точка, допустим, вот здесь 7 и здесь 7, это будут разные вообще значения. И особенно вот здесь. То есть, ну, каждая точка, каждая циферка в каждом месте имеет разное значение. Также, помимо этих цифр, чтобы вы понимали, сверху это мужской род, снизу женский род. Вот это вот черточка специально я нарисовал, вот это минусовая карма. То есть это вот эти вот точки все в минусе изначально, эти изначально в плюсе. Но человек может загнать себя вообще здесь в минус, и здесь в минус, и везде в минус. А плюс у человека до 40 лет он должен как минимум две циферки делать, да? Потом до 60 сделать. И потом после 60. Вот. И есть в детской, ну, у меня в детских расшифровках есть еще то, что нужно сделать до 20 лет и до 30 лет. Вот это вот динамика. Это я кусочек нарисовал. То, что описывает вот год.
каждых 15 месяцев меняется энергия, и нужно знать, то есть нужно быть готовым к ней, к этой энергии. Вот, все, что, ну, по мелочи, да, то есть не подробно так, а в целом просто я рассказал, как, что да как. Вот, и для чего это нужно знать? Для того, чтобы, ну, это, скажем, некая инструкция, вот, каждого человека. У каждого человека есть своя инструкция, и она разная. Потому что некоторые люди говорят, вот я такой, и ты должен быть такой. Нет, ни хрена, это неправда. То есть у каждого своя инструкция. Каждый должен по своей инструкции жить. Чтобы, ну, желательно, чтобы эти все точки были в плюсе. Вот для этого и нужно знать свои плюсовые и минусовые характеристики каждой точки, чтобы знать себя, чтобы знать других, можно другого человека посчитать, как бы. Вот. Да, то есть, ну, можно идти, как бы, ну, вот я как-то сам шел ко всему, да, и можно идти просто интуитивно, вот, я шел интуитивно, но, допустим, какой человек быстрее придет к цели какой-то, который знает вот это вот все, да, или который будет вот там, я не знаю, годами вот идти, через какие-то грабли, через какие-то там косяки. И вот чем это хорошо? То есть, допустим, ну, я расшифровку детскую делал. В детской хорошо, что можно посмотреть свои какие-то вот негатив какой-то с детства, да, вот где вот какие-то травмы или что-то типа того. То есть, что вот ты там не прошел и что тебя будет цеплять в этом взрослой уже жизни. Вот. Матрица отвечает на вопросы. Зачем я живу, для чего я живу, куда идти. Это, грубо говоря, карта твоя. Вот. Ты можешь пойти налево, ты можешь пойти направо. Налево ты пошел и попал в ловушку какую-то. Направо пошел, молодец. Вот, как-то так. И у меня вот по расшифровкам, чтобы показать. Вот я уже расшифровок сколько сделал, да? Сейчас скажу, что тут у меня. Вот, детская вот у меня матрица. Визитная карточка, да? Общение с людьми. Вот, отношения с родителями. Уроки рода. Таланты. Самореализация. Врожденные страхи и блоки. Это что касается детства. А, еще есть предназначение, да, чуть не забыл, потому что до 20 лет нужно сделать. Вот. Взрослые, вот, матрица, карма. Динамика, то есть каждый год то, что меняется энергетика, да. Потом визитка, вот, как, какая ты личность, потом вот. Точка психологического комфорта. Вот даже точки есть, которые за секс отвечают. Вот у меня расписано. Детско-родительские отношения. Ну, прошлая жизнь. Да? Визитка, общение. Здоровье даже. Даже можно предположить, как, ну, какие вот у тебя есть предрасположенность к здоровью, к каким проблемам. Предназначение. Денежные отношения, то есть деньги и отношения. Даже вот есть у меня мужская и женская матрица, то есть, ну, грубо говоря, вот описано у меня столько вот материала. Поэтому, как бы, каждому решать, как ему дальше жить, знать свою инструкцию, либо же, ну, дальше, как бы, идти по каким-то эмоциональным качелям и по каким-то там граблям, по каким-то там, я не знаю, плакать дома, там что-то там думать, что тебе делать, или решать свои трудности какие-то. Так что вот такие дела. Шикарно, да?